150 лет с образования Казахского ханства. В истории не существует мелочей. Каждый поворот судьбы приводит к своим последствиям. Роль любого человека может оказаться решающей. Главное – воля. 550-летию образования Казахского ханства посвящается. 15 век остался на страницах мировой этнополитической истории как поворотный для стран внутренней Евразии. Это время появления многих тюркских государств – Казанского, Астраханского, Крымского, Сибирского ханств и Ногайской Орды. На этот же период пришлось и рождение одной из крупнейших держав. На мировой политической карте появилось Казахское ханство. Его основатели – султаны Чингизиды, прямые потомки великого монгола. Каждый из них ведет четкую родословную ветвь от Чингисхана. Жанибек-хан был прямым наследником трона Барак-хана. Кирей-хан – внук Тохта-Акыя. Первым в семи коленах значится Джучи-хан, старший сын Чингисхана от Борте. Братья и соратники долгое время обдумывали претворение в реальность главного дела их жизни. И известно, что на момент откачевки оба были в возрасте старше 40 лет, а значит, решающий шаг они приняли обдуманно и взвешенно. Предпосылок для отделения было много. С одной стороны, исключительно внутриполитические факторы. Стремление к созданию собственной государственности в хозяйственном, языковом и культурном отношении. С другой, внешние причины. Жесткая опека правителей шибанидов долгое время точила стремление сыновей восточного Дэшт и Кипчака к политической независимости. В итоге, не желая оставаться под покровительством мятежного Абулхаир-хана, Жанибек и Кирей откочевали в Моргулистан, обосновавшись в округах Чу и Козы-Баши. Все больше несогласных с политикой узбекского улуса примыкали к рядам султанов. За короткий срок власть Жанибека и Кирея окончательно укрепилась. Появились суды биев, налоговая система и территориальные границы, которые стремительно расширялись. Недовольный этим Абулхаир двинул свою армию против правителей нового казахского государства, желая разгромить молодое ханство, но умер в походе, так и не достигнув желаемого. После его смерти поток родственных кочевых племен под покровительство уже ханов Кирея и Жанибека только возрос. Все это стало почвой для политической консолидации юго-восточных объединений тюркоязычных кочевников и завершения процесса формирования казахской народности. Именно благодаря хану Жанибеку подданные его государства получили свой этноним – казах. Роста самосознания молодой нации расширялись и границы казахских земель. После смерти Абулхаира Жанибек и Кирей присоединили к себе немалую часть его территорий. Присырдаринские города, служившие крепостями и торгово-экономическими центрами, земли, окружавшие города Сыгнак, Сузак и другие административные единицы. Кровью, силой и упорной верой в свой народ ханы продолжали борьбу за свои владения и право казахского народа доминировать в регионе. И после смерти сначала Жанибека, потом Кирея, их преемники еще на протяжении трех веков вели кровопролитные войны за земли, которые сегодня называются Казахстаном. Ханы Касым, Хакназа, Таввакул и Есим ввели в состав государства казахов города и торгово-ремесленные селения в бассейне среднего течения Сырдарьи. Древняя святыня Туркестан стала столицей казахского ханства. Впоследствии ханам Тауке, Абулхаиру и Абылаю удалось вытеснить завоевателей с захваченных территорий и отстоять политическую независимость своей страны, а также
Отбив у Ногайской Орды степи Сарыарки. Именно эти земли в последующем сыграют историческую роль. А со временем власть казахских ханов распространилась и на территорию полуострова Мангыстау, а границы казахского государства к концу этого столетия уже простирались от Ертыса до Жайыка и всего западного побережья Каспийского моря. Наряду с внешнеполитическим развитием активно формировался оригинальный тип государственного устройства внутри кочевого государства. Жизненный уклад и форма правления были адаптированы к образу жизни и особенностям своей среды обитания. Больше того, сложилась собственная политическая символика. Это и печати ханов и старшин, а также демократичная система выборов институтов центральной и местной власти. В казахском ханстве был принят свод законов Жатыр-Жаркыр. Его создателями были известные общественные деятели, ученые и мыслители, представители трех жузов – Толе-би, Казыбек-би и Айтеке-би. Трансформировалось государство и по внутреннему укладу. Хан Абылай перенес столицу казахского государства, Орду, на территорию современной Акмолинской области. Эти земли великий предводитель выбрал не случайно. Их богатая история восходит ко временам древнейшей ботайской культуры. Это, по разным оценкам, промежуток от 2 до 5 тысяч лет до нашей эры. Наши предки, жившие тогда, оставили потомкам ценнейшее культурное наследие и верного казаку друга – коня. Ученые считают, что именно на эпоху неолита пришлось приручение и одомашнивание лошади, которая по сей день является символом свободы нашего народа. И сделать это удалось именно нашим предкам, жившим на территории нынешней Акмолинской области. Отсюда же вел свою дальновидную политику и Абылмансур. Подножия Кокшетау стали местом, откуда Аблаю удалось восстановить территориальную целостность Казахстана, объединив три жуза в единую нацию и направить эту мощную силу на борьбу с джунгарами, которая завершилась победой казахского народа. К слову, Акмолинский регион уникален не только своей богатой культурой, древнейшей историей и природными особенностями, но также был и остается узлом пересечения для торговых путей, местом политических переговоров и принятия исторических решений. Активно шел культурный обмен. На пересечении основных маршрутов шелкового пути широко развивалось устное поэтическое творчество казахов. Распространялись произведения героического эпоса, социально-бытовые поэмы, слагались обрядовые песни, сказки. Место ставки Абылай-хана, нынешняя Акмолинская область, один из богатейших в плане духовного наследия регион. До сих пор здесь сохранилось множество исторических памятников. У каждого из них своя история, своя легенда и свой поучительный смысл. Один из наиболее популярных и значимых памятников для потомков казахского ханства – уникальный естественный гранитный трон Абылай-хана, расположенный у подножия знаменитой горы Кокше. Здесь же, в луне Кокшетауских гор, родился и возглавил борьбу казахского народа за независимость последний законно избранный хан Кенесары. Именно он, выходец Акмолинской области, на протяжении 10 лет возглавлял национально-освободительное движение казахов за независимость от Российской империи. В целом, несмотря на то, что официальную летопись область ведет с 21 октября 1868 года, в историческом разрезе регион имеет куда более глубокие корни. Эти земли сыграли свою важную роль в становлении и развитии непосредственно казахского ханства, о чем свидетельствуют многочисленные источники и оставленные прежними владыками наследие. Свою роль транспортного и торгового узла Акмолинская область сохраняла всегда. Так и в 19 веке Акмолинск соединял Каркаролинск, Форт Амкау и Кокшетау, служа при этом сборным пунктом для караванов, идущих из Ташкента и Бухары. Остается этот край важнейшим участником исторических преобразований и по сей день. Но это был нелегкий путь. После предательства последнего хана Кенесары его же соратниками
земли казахского ханства оказались в подчинении у России. Однако дух свободы и стремление к независимости навсегда остались в жилах казахов, потомках ханов Жэнбека и Кирея. Сейчас основатели казахского ханства, вероятно, могли бы гордиться достижениями нынешнего поколения. Казахи вновь обрели свой суверенитет и вернули на геополитическую карту мира страну с именем своей нации. Больше того, избранная ханом Абылаем для своей ставки Сарыарка вновь стала сердцем Евразии. Теперь Акмолинская область – это точка пересечения всех маршрутов, от торговых путей и проводимых дипломатических линий до культурных обменов и развития новой экономической ветки – туризма. А главное, эта область окружает столицу независимого государства казахов – Астану. Великих кочевников во главе со своим лидером Нурсултаном Назарбаевым помнят историю своего народа, ценят землю, отвоеванную кровью предков, и берегут наследие, оставленное им в дар. Глава нынешнего Казахстана продолжает политику и традиции великих предков, таких как султаны-основатели казахского ханства, легендарные Кирей и Жэнбек, победоносный хан Абылай, великий стратег Нурсултан Назарбаев. Всех этих предводителей объединяет общая цель – защита нации, стремление вести вперед свой народ и укрепить его положение на международной арене. Каждому из них в свое время удалось вернуть казахам веру в свой народ. Они возродили дух нации, ее сознание, мышление и духовные ценности, а также традиции и культурно-историческое наследие. Нынешний год для Казахстана особенный. В честь празднования 550-летия с основания казахского ханства только в Акмолинской области проводится свыше 200 мероприятий. Таким образом, старшее поколение передает своим потомкам память и воспитывает самосознание, чтобы каждый житель этой страны знал, что он – потомок великих деятелей, и от каждого из них может зависеть будущее его народа. Потому что в истории не существует мелочей. Каждый поворот судьбы приводит к своим последствиям. Роль любого человека может оказаться решающей. Главное – воля. Воля к свободе, независимости и уверенность в том, что завтра для твоего народа обязательно наступит. Аяқ жағымда бір тобырым ұтағым
Валимнен тараған бұрыпағым маған құрамбақшыда отыр. Ал қасымнан тараған бір тентегім қанжарды ұстап, мені қорғап тұр. Мен өліп жатсам да әлгі айдақай мен арыстаннан қалай құтыламын деп жан таласып жатыр екен. Бажырау, осы сын жорып берсен деп шақырып едім. Түс шыру түлкі аулауымен тең деген. Кейде ізіне түсесің, кейде шет кетесің. Сонда да болса жорып көрейін қанем. Сөйле жырау. Қырыққа келмей, табытта жатқан болсаң, ғұмырымыз ақталады екен қанем. Басыңа үш жалау түгіліп, оған үш тобыр жұрт таласып жатқан болса, 300-ге бірдей хан болады екенсің. Бірақ хан атына ие болған менен еліңе ие болмайды екенсің. Сен өлген күні барлығыда үш жаққа тарқап кеткелі тұр. Бір жақ бүйіріндегі арыстан, бір жақ бүйіріндегі айдаһардан қорқып, олардан қалай қашып құтылам деп жатқан болсаң, мына еліңнің екі жақ бүйіріндегі екі мемлекетке жалтақтаумен өтеді екенсің, ханием. Соңынан ерген үрім бұтағының ішінен біреуі саған құран бағыштап, біреуі қанжарын қайрап отырған болса, уәлиден қараған ұрпағың атын қағазда қалдырады екен. Ал қасымнан тараған ұрпағың атын майданда қалдырады екен. Әне. Бажырау, сонда мен қайда қалам? Басыңа, 300-дің жалауы босқа тігілді ме? Әсіңді елің ұтан ұнатып жатса, 300-дің жүрегінде қаларсың, ханием. Әй! Жәнібек керей сұлтандарын бастаған, ата-бабам азаттықты аңсаған, бөлініп шығып Әбілқайыр елінен, Дербес елдің құрылуына жол ашқан, қанша қасірет, қанша қайғы көрсе де, тайсалмастай қарсы тұрар бәріне, сол кездегі батырлардың ерлігі әл өшпей тұр тарихымның төрінде. Сурово смотрит издалека нашей славы, что вырвал наконец-то из оков народ казахской будущей державы. И лица ханов предстают сейчас, как символы эпохи возрождения сынов степи. Их имена звучат для нас примером поклонения. Қайырлы күн, қымбатты достар, құрметті қонақтар! Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған сахналық қойылым сайысына қош келдіңіздер. Уважаемые друзья, нынешний год для Казахстана является особенным, ведь именно в этом году наше государство широко и всенародно отметило знаменательную дату 550-летие со дня образования Казахского ханства. В 1456 году Керей и Жәнібек создали первое ханство, и государственность казахов ведет историю с тех времен. 2015 жыл Керей мен Жәнібек Шу мен Талас өзендерінің арасындағы аймаққа орналасып, қазақтың туын көкке көтергеніне 550 жыл. Бұл оқиға қазақ хандығының тарихындағы маңызды оқиға болды. Ол ұлан байтақ өңірді мекендеген қазақ тайпаларының басын қосып, шоғырлануда қазақтың этникалық аумағын біріктіруде
қазақтың байырғы заманынан басталған өз алдына жеке ел болып, қалыптасуын бір жолата аяқтауда аса маңызды түбегейлі шешімлі рөл атқарады. Ата-бабаларымыз бізге бірліктің, ынтымақтың, тұтастықтың ұлы үлгісін көрсетіп кетті. Қазақстанның арғы, бергі тарихының ең ғибратты тағылымы міне осында. Қазақтың бүгін тарихы бірлесу жолында келе жатқан халық деп президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтып кеткендей, бұл ғасырда өмір сүріп отырған барша ұрпақ ғылым саласында өзіндік жолын салар дара ұрпақ болуы тиіс. Сегодня в рамках празднования этой знаменательной даты мы проводим театрализованную конкурсную программу «Пола Дала». Хочется надеяться, что и участники ближе познакомят нас с наследием прошлого, ведь без истории не может быть народа и государства. Әділғазы мүшелерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Хасанова Нағима Спанқызы, Денисов ауданы әкімдігінің мәдениет. Абдуллина Айман Тоғанқызы, Денисов ауданының мәдениет және тілдер дамыту бөлімі, тілдерді оқыту орталығы, мемлекеттік мекеме директорының міндетін атқарушысы. Аудандық мәдениет үйінің директорының міндетін атқарушысы. Дорогие друзья, мы желаем вам приятного просмотра. Прежде чем начнется наша конкурсная программа, примите музыкальный подарок. Bye.
Ну а мы начинаем нашу конкурсную программу. На эту сцену первыми мы приглашаем Денисовскую среднюю школу номер 1 с композицией «Казак Кандагана без шести рюжов». Биылғы жылдың еліміздің тарихындағы, халқымыздың тағдырындағы алатын орны ерекше. Биыл біздің мемлекетіміздің, яғни қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл. Қазақ халқының түрлі мемлекеттік бірлестіктерге бітіріп, саяси бөлшектенуін жоюға, әрекет жасау жошы ұрпақтары Керей мен Жәнібектің үлесіне тиді. Рухы мен тілін жанындай шеген, адамдар неге санаулы, ұлт үшін дәуір отына күйген, аталар болды алаулы. Армандай асқар жолдарға басты, ісінен ұрпақ от алар, қалмайсын көштен, шықпайсын естен, тағдырын шыншыл аталар. Қазақ жеріндегі саяси бытыраңқылық әсіресе Әбілқайырдың билігі тұсында өзінің шарықтау шегіне жетті. Көрініс Сұлтандар кеңесі. Ассаламу алейкум, ағалар. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Тұрлетіңізде. Біз бір маңызды мәселемен келіп тұрмыз. Елде бей-берекетсіздік басып алды. Хан екем соғыстарды үдетіп, салықты көбейтті. Әскери дайындықсыз батырларды қадалау негізінде ойраттардан жеңілгені өздеріңізге мәлім. Бөлінетін кез келмеді ме екен? Иә, сөздеріңіз рас. Ханның қаһарына жергілікті жігіп отыр. Өз алдымызға ел болатын күн келді. Бар қазақты бөліктердің уақыт келгенін халық түсінді, ханымыздан ереді деп сенемін. Еліміздің сақтау үшін туған жерден жырақтауымызға тура келеді. Моғол ханы есен бұға туысымыз дулатарында көмегімен хан тағына отырды. Бірақ бауыры Жүніс Темір әулетімен қордақтасып, ағасына қарсы шығуда. Есен бұға інісіне қордақтасып іздеуде. Сонда жол тартсақ қайтеді. Иә, көрсе-көрсе, сол жаққа қошып барып, ұлы жүзбен бірге. Біз дайынбыз, бастаңыздар көшті. Біз сіздермен біргеміз. Кереке, ұзақ жолға шыққалы тұрмыз. Өзіңіз бір бата беріңіз. Жолында Алла қолдасын, жаманшылық болмасын. Кетілмесін тұлпарының тояпы, қайрылмасын сұңқарын келіп. Барған жерде құшар жая қарсы алсан, жақсы адамдар, жайсан жандар зиялы. Алла жерде ұшқан құспен жарысқан. Отбасымен аман есен табысқан. Аумин. Аумин. Иә, сонымен Керей мен Жәнібек бастаған 200 мың адам Жетісуға бет алды. Ол туралы тарихшыларымыздың айтқандарына құлақ түрсек. Әбілқайыр хан Дешті Қыпшақ аймағында өз жауларының балаларын жеңіп шыққан кезде Жошы ханның ұлы Тоқат Темір хан ұрпақтарының кейбіреулері мысалы Керей мен Жәнібектен бас тартып
жат жерге апаратын жолға шықты. Мойындауға лайықты адамдар тобымен олар Моғолстанға. Ол жошы әулетінен шыққан сұлтандарды көп мазалады. Жәнібек пен кедей одан Моғолстанға қашып кетті. Есенбұға оларды шын мықласпен қарсы алып, Моғолстанның батыс шебін құрайтын Шу мен Қозыбасы округін берді. Әбілқайыр өлген соң өзбек ұлысы бұзылып сала берді. Онда үлкен шатақтар басталды. Оның көп бөлігі кедей мен Жәнібек хандарға көшіп кетті. Сөйтіп олардың төңірегіне жиналғандардың саны 200 мыңға жетті. Олар енді өзбек қазақтар деп аталатын болды. Қазақ сұлтандарының билігі 870 жылдан басталады. Бәрін де Алла біледі. 870 жыл қазіргі біздің жыл санауымыздың 1465-1466 жылдары. жылдары Керей мен Жәнібектің батыс жеті сұлды құтты мекен етіп, шудағы тігіп, орда құру ең алдымен, көшпелі қазақтардың ел болып, еңсе көтерсек деген ынта үмітін жүзеге асырды. Екіншіден, суы мол жері қалың қазақтың мақтанышына айналды. Тәуелсіз егемен ел болады. Өйткені біз қазақпыз. Не счесть пожаров,
дневных скорбей, ночных тревог. Еще свежи могил курганы, еще болят и ноют раны. Пожарищ теплится зола, и вновь земля мокра от крови, и вновь над степью вдови плач. Пришли худые времена, настала горькая година, честь сыновей, отцов седины. Война кровавая настала, и головы батырам клонит, боль поражения и позор. Подарок.
Дорогие друзья, уважаемые жители, на эту сцену мы приглашаем Заоянскую среднюю школу. Здравствуй, султан. Здравствуй, мой жрау. Гладкая ли дорога твоя была? Не очень гладкая. Я слушал по дороге, что люди говорят. Ну и что же они говорят? С тех пор, как ты ведешь борьбу с ингарами, многие перешли на твою сторону. Они уважают тебя, а другие, наоборот, не хотят слушаться твоими. Да что тебе за дело за них? Ну как какое дело? Ведь это же наша родина. И что об этом говорят степных аулов? Ну, они все за тебя. Ну, русские, например, они строят свои города, но они сами называют ее горькой линией. Они сеют хлеб, чтобы не умереть голодом, а живут так же плохо, как наши турнири. Я видел казахов, которые пашут землю. Все это так же, Рау. Но не испортятся ли наши люди, общаясь с русскими мужиками? Непокорность в этом народе. Отчего же испортят? Они такие, как и наши казахи, такие же простые люди. Аргамак Ишуба давно поджидает того, кто разгадает мой сон. Накануне праздника я увидел его, и давно он тревожит мою душу. Если я угадаю его, то это для меня будет огромная честь, Тарин. Приснилось мне, что на древе смерти между мной дракон и лев. Над головой моей знамя дружило хочет утащить толпа людей. Вокруг меня многочисленные наследники. Те, что от сына Вали моего, читают молитву. Те, что от сына Касыма, стоят с кинжалами. Если тебе снится, что ты умираешь во третий лет, значит, жизнь твоя будет долгая. Знамя на твоей руке значит, что ты будешь султаном, ханом трех жузов, их обжину. Льва и дракона угадать нетрудно. Это Россия и Китай. А что насчет сыновей моих? Сыновья твои, они прославят тебя... Первый тебя прославит ученостью, а второй – кровавыми битвами. И тебя запомнит вся земля на разные века. Заоянская средняя школа, ваша родительница. Сайыска катышылар. Біз енді бүгін осы сайысқа 4 мектеп қатысып отыр. Аудан бойынша енді өздерің бүгін былай енді олимпиада отыр, өтіп атыр тән бойынша. Сондықтан қалған мектептер бүгін қатысуға қолдары тимеді ме, әлде өздерінің жағдайы болмады ма. Сондықтан бүгін сіздерге сайысқа қатысқандарына бәріне де рахмет айтқым келіп отыр. Қорытынды жасаудың алдында бір шамалы өз лебіздерін Әзіл Алқасы өз лебіздерін білдіріп жіберсіндер. Сәлеметсіздер ма, құрметті қауым, құрметті қатысушылар. Биыл біздің еліміз, біздің жеріміз үшін, Қазақстан үшін ерекше жыл. Соның бір атаулы мерекенің біреуі Қазақ хандығының 550 жылдығының мерейтойы. Әрқашанда осылай қазақ халқының атағын шығарып, елін, жерін мақтан тұтып жүретін азаматтарымыз көп болсын деп, барлықтарымызға да болашақты жақсылық тілеймін. Әрқашанда бекшінді көрмелеріңіздер. Рахмет, бүгін келіп, өздеріңіз осылай іс шараға қатысып, өз өнерлеріңіз көрсеткендеріңіз. Большое спасибо всем школам, кто сегодня участвовал в таком мероприятии прекрасном. Это получается, как бы, если вы сегодня пришли, значит, вы неравнодушны к такому прекрасному, прекрасной истории, как 504-е ханство. Спасибо нашим ханам. И большое, большое спасибо вам, наши участники. Ал енді осы жерде отырған оқушылардың, әріптестеріміздің көбісі енді орыс тілінде сөйлейтін адамдар, сондықтан марапаттауды орысша өткізіп беріп отыр. Я хочу сказать о том, что наша история когда-то писали наши предки историю, а историю нынешнюю пишем, наверное, мы. Потому что каждый из нас – это история нашей страны.
Каждый из вас – это история нашего независимого государства. Особенно за вами, молодые выпускники, учащиеся наших средних школ. Это будущее Казахстана, независимого Казахстана, за вами. Вам вершить те дела и те задачи, которые ставит перед нами президент нашей страны. Наверное, нужно, не наверное, я знаю точно, нужно знать историю и продолжать эту историю. Потому что без истории нет будущего. И историю нужно ценить. Знать историю своей страны, знать историю своего района, знать историю своей школы и, конечно же, знать историю своей семьи. Потому что все исходит из семьи. И сегодня я хочу поблагодарить вас всех, тех, кто принял участие в нашем конкурсе, посвященном 550-летию Казахского ханства. Вы видели наше начало, посмотрели фильм, да? Наверное, не один фильм вы в этом году уже посмотрели. Посмотрели постановку, которую показали вам работники Дома культуры. И мы посмотрели и оценили ваше выступление. Конкурс назывался «Театрализованный конкурс Улудала». Театрализованный. То бишь вы должны были играть, то бишь вы должны были показать, насколько искренне, насколько вы через себя пропускаете данных героев, те слова, что вы произносите. Поэтому, конечно, в любом конкурсе есть победившие, есть те, кто чуть-чуть не добрал баллы до победы. Сегодня у нас мы подводим, победитель будет один, остальные будут награждены за участие. Замечания я сейчас говорить не буду, я замечания скажу, когда останутся руководители, те, кто вас готовил. Поэтому, я думаю, мы это обсудим. Ну а сейчас приятная миссия, вручение грамот и, конечно же, небольших денежных вознаграждений за то, что вы приняли участие. С опозданием, конечно, но в связи с тем, что один из участников принял участие в Олимпиаде, поэтому немного припоздали. Это участники из Заятской средней школы. Они награждаются грамотой и конвертом за участие в сегодняшнем театрализованном конкурсе. Мы поздравляем, желаем успехов, крепкого здоровья, счастья вам. И самое главное, чтобы вы любили и знали свою историю. Дело в том, что эти ребята в этом году еще принимали участие в нашем государственном, у нас через НПО «Максат» проходил государственный заказ. Там вас было больше, да, 7 участников было. Но сегодня двое, но, будем говорить, от Заятской школы показали свою постановку. Огромное спасибо. Грамотой и премией за участие награждаются ребята из Денисовской средней школы номер 3. За участие. За участие. Аманат Келайналайн. Рахмет бүгін қатысып осы көрініске қатысқандарың үшін рахмет, аман болып алға баса беріңдер. Рахмет сізге. Грамоты и поощрительной премией награждают. Ребята, 5 секунд. Не показывайте свое неуважение. Заяцы то же самое. Я понимаю. Я обращаюсь к третьей школе. Тебе можно идти. В третьей школе. Бумнидиген. Им тоже на Олимпиаду. Сейчас пойдут на Олимпиаду. Тратерна. Грамотой и поощрительной премией награждаются учащиеся Денисовской средней школы номер 1. Ответ. Ну а теперь приятная миссия. Первое место заняли учащиеся Денисовской средней школы номер 2. Приятно. Вы знаете, особенно когда начинал ваш первый вот... Так, это у нас кто из ребят, не вижу. Ты знаешь, вот честно, мурашки по коже. Молодец, умница. И вообще, вы прекрасно показали театрализованную постановку. Молодцы. Поздравляем. Первым местом вас.
Ну и сегодня в нашей первой, вернее, постановке от районного дома культуры принимал участие молодой, интересный, дорогой, любимый, уважаемый Мәкен. Сізге да өз рахметімізді айтып, аман болыңыз. Осылай тарихымызды жаза беріңіз. Сіз да біздің тарихымыздың бір мүшесісіз. Рахмет сізге. Еще раз огромное спасибо. Давайте будем все вместе. Пусть у нас будет мирное, голубое, чистое небо. Еще раз огромное спасибо. И я вас всех поздравляю. Ну и, конечно, руководителей прошу остаться на 5 минут. Рахмет сіздерге.